Акцию «Елка желаний» проводят в эти предновогодние дни по всей России. Традиционно в ней участвуют и мэрия Йошкар-Олы. Таким образом, сотрудники городской администрации дарят ощущение праздника детям, нуждающимся в поддержке. Написать письмо Дед Морозу перед Новым годом – одна из главных традиций любимого зимнего праздника. Причем верят в новогоднее волшебство не только дети, но и большинство взрослых. Каждый ждет, что Дед Мороз исполнит заветные мечты. И волшебство обязательно случается для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и повесил письмо на елку желаний. Акцию, которая тоже стала важной российской новогодней традицией, провели и в мэрии Йошкар-Олы. Мы присоединяемся к федеральному марафону «Елка желаний». В нашей республике «Елку желаний» открыл глава республики, правительство сразу же поддержало. Сегодня часть детишек из Йошкар-Олы получили такие долгожданные подарки, которые они писали, старались для Дедушки Мороза. Они писали о том, что вели себя хорошо весь год, слушались папу и маму, обещают дальше вести себя хорошо и обозначили свои мечты. И у кого-то сегодня они сбылись. 7-летнему Паше Уварову «Елка желаний» подарила планшет, о котором он так долго мечтал. Как рассказывает его мама, они писали в письме увлечение мальчика, что он любит смотреть фильмы и мультики, играть и снимать видеоблог на телефон. Ребенок желал о планшете, это его была мечта. Вот. В «Елке желаний» мы уже не первый год участвуем. Вот. В прошлом году не получилось, зато позатом году мы тоже получили подарок. Ну и в этом нам тоже году повезло. Ребенок очень счастлив. Вадим из города Йошкар-Олы, 14 лет, мечтает об умной колонке. Акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых творить добро. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется и президент страны Владимир Путин, и десятки тысяч человек во всех регионах.